И в продолжение темы образования. Стремление непрерывно учиться – ключевой навык, который помогает современному человеку достигнуть желаемых результатов в учебе и профессии. Хорошая основа для дальнейшего развития – это высшее образование, которое можно получить в том числе и в Тверском государственном университете. Накануне в стенах этого вуза прошло очередное заседание ученого совета. В повестке дня были вопросы по совершенствованию образовательной инфраструктуры, по хозяйственной деятельности университета, а также организационно-кадровые вопросы. Вел заседание временно исполняющий обязанности ректора Сергей Смирнов. В начале заседания члены совета тепло поприветствовали своих коллег, которые в этом месяце отметили свои дни рождения. Затем в торжественной обстановке состоялось награждение студентов, которые одержали победу в различных конкурсах. Это касается не только внутриуниверситетских соревнований, но и конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня. Рабочая часть заседания была открыта рассмотрением вопроса о внеучебной деятельности для студентов. Это возможность для студентов выразить свою творческую энергию в различных сферах, не только в учебе. И поэтому это суть университета также. И у нас активно развивается самая внеучебная деятельность студента. Создаются структуры, в частности, только в последнее время выделены три центра. Центр здоровья, созданы три центра. Центр спорта и здоровья, Центр традиционной культуры, Центр противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Ученый совет – это важный орган управления университетом. Поэтому на заседаниях регулярно рассматривают различные вопросы. В частности, они связаны со стратегией деятельности университета и конкретными вопросами по его функционированию. Одним из важных вопросов, которые рассмотрели на заседании, стало совершенствование хозяйственной деятельности госуниверситета. Университет на протяжении последних двух месяцев активно совершенствует свою хозяйственную инфраструктуру для того, чтобы стать еще более эффективным вузом, для того, чтобы еще более эффективно расходовать средства и для того, чтобы каждый квадратный метр, каждый объект, каждая копейка средств работали на пользу наших студентов и наших преподавателей. Сейчас в университете открываются новые лаборатории и научные центры. Ученый совет рассмотрел вопрос стоимости обучения в вузе. Принято решение не повышать ее для поступающих на первый курс. А в дальнейших планах Тверского госуниверситета только развитие.